Привет, кубисты! Я безумно счастлив приветствовать вас, наконец-то, на фоне заново создаваемых классических 2-в-кубишных полок. И даже несмотря на то, что работы еще очень много, я в огромном предвкушении и в каком-то классном таком ностальгическом чувстве. 2 мая 2021 года видеоблогу 2 в кубе исполняется 9 лет. Вау! Я просто не мог представить себе даже 9 лет назад, когда начинал эту деятельность, что это продлится так долго, что это будет так круто и так прикольно, и во многом благодаря вам. Разумеется, день рождения невозможен без подарков и сюрпризов, и их сегодня будет очень много, но начнем мы с классической такой нотки ностальгии и посмотрим ту самую первую заставку видеоблога 2 в кубе. Ух, ностальгическая дрожь меня пробирает, когда я вижу эти немного смешные, нелепые, но все еще дорогие моему сердцу кадры, которые я снимал еще на какую-то самую старенькую мыльницу в студенческие годы. И эта заставка, несмотря на то, что была потом нещадно порезана, не менялась на протяжении 9 лет. Да, конечно, сначала там добавился тот самый любимый многими штампик. А потом музыку для этой заставки целиком переписал Денис Бураков с канала «Твой игровой». Но именно в этой графике видеоблог 2 в кубе существовал целых 9 лет. И говорю я обо всем этом совершенно неспроста, потому что наконец-то к 9-летию блога я спешу объявить о том, что видеоблог 2 в кубе ждет редизайн. Let's do it. Я невероятно рад, что Илюш с канала OM Games посоветовал мне обратиться к Максиму Московцеву, который рисовал довольно большое количество графики для обновленного OM Games. Я, признаюсь, изначально был настроен скептически, потому что сколько не пытались каким бы то ни было образом изменить или как-то обновить, переделать заставку видеоблога 2 в кубе, получалось что-то такое, что мне совершенно не нравилось, не подходило по тем или иным причинам. Но то, что сделал Максим, просто нереально круто. Современно, стильно, с узнаваемыми чертами старой графики 2 в кубе, так что я уверен, что вам очень понравится. Пока маленький вот такой вот тизер. Пам! Чё, не успели разглядеть? Ладно, вот вам заставка. Вот так ярко, ёмко и лаконично теперь 2 в кубе будет приветствовать вас в своих новых видосах. Но ко дню рождения в соответствии с новой заставкой приоденутся еще и все соцсети, ВКонтакте, Ютуб и так далее. Ура! Дальше у меня небольшой анонс. С 7 по 10 мая 2021 года в 15 километрах от Москвы по Минскому шоссе будет проходить настольный Meeple Camp. Это такой настольный лагерь для взрослых, где вы в комфортных условиях можете не только поиграть в настолки, в том числе и в новинки, но и поиграть в какие-то спортивные игры, пожарить шашлычки, не знаю, сходить в сауну или познакомиться, сфоткаться с разными клевыми блогерами, среди которых в этом году наконец-то буду и я. Так что помимо прочих настольных и не только активностей, добавится еще и мой концерт. Я так устал пытаться кем-то казаться, который состоится прямо там, на базе кемпа, 8 мая, предварительно в 21:30. Я под гитару сыграю несколько своих песен, пообщаюсь со слушателями в зале. В общем, будет весело, клево, лампово. Meeple Camp, любовь. Так что, если захотите поздравить меня с днем рождения канала лично, пожать мне руку, сказать какие-то слова, у вас будет такая возможность прямо на Meeple Camp. А мы возвращаемся к празднованию дня рождения онлайн, и я уверен, что следующая новость станет отличным подарком для огромного числа зрителей 2 в кубе. Первый эпизод первой главы совершенно нового и первого на канале видеоблога 2 в кубе ролевого настольного шоу под названием «Кидалы»
стартует прямо в день рождения видеоблога 2 мая. Сейчас все мои силы направлены на завершение первой главы этого крутого, масштабного, яркого и интересного проекта, поэтому на следующей неделе видео вместо стандартной пятницы вы увидите как раз в воскресенье, и это будет премьера нашего нового шоу, а дальнейшие эпизоды Кидал вы сможете наблюдать на канале через неделю каждый понедельник, то есть 10, 17 и 24 мая, если вдруг что-то не пойдет прям кардинально не так. Но для тех, кто не готов ждать так долго, у меня тоже есть особое предложение. Мне неоднократно уже писали в комментариях с предложениями включить на моем канале YouTube спонсорство. Я долго думал, что такого могу спонсорам предложить. И вот к 9-летию канала я все-таки решил возможность этого самого спонсорства для вас открыть. Если кто-то захочет поддержать создание видеоблога материально, он может оформить спонсорство на главной странице YouTube или под видео и за это получит приятные плюшки. Минимальная установленная сумма в 50 рублей принесет всем спонсорам канала звание кубиста и особый почетный кубик, который будет отображаться рядом с вашим ником в комментариях, в чате и так далее, и откроет доступ к особым смайликам. Пока там есть только кубики 2 в кубе и полиэтиленовые палки. Полиэтиленовые палки. Но со временем я надеюсь, что добавлю туда каких-нибудь еще мимасных штук. Кстати, если знаете, какие мимасики стоит увековечить в качестве смайлов, обязательно предлагайте в комментариях. Помимо этого, мы создадим для всех кубистов-спонсоров какой-то общий чат, в котором вы сможете познакомиться, пообщаться, может быть, найти игроков. И в том числе я тоже в этом чате буду присутствовать, время от времени с вами болтать, отвечать на какие-то вопросы. Таким образом, уверен, мы станем еще друг к другу ближе. И мне кажется, это очень классная такая приятная фишечка. Но для тех, кто хочет поддержать канал более основательно и получить за это какие-то более реальные, ощутимые преимущества, я включил возможность подписки за 250 рублей в месяц, и за это, помимо всего названного выше, вы получаете ранний доступ к контенту. Прежде всего, это значит, что все видео, выходящие на канале, вы сможете видеть раньше, чем они появляются в открытом доступе традиционно по пятницам. Не знаю, как быстро я буду успевать их смонтировать и выложить, но думаю, что точно за несколько дней до их релиза те, кто решили таким образом задонатить, поддержать канал, смогут их видеть. И важно, это же касается и Кидал. Те, кто оформит подписку почетного кубиста, смогут увидеть первый премьерный эпизод Кидал не в воскресенье 2 мая, в день рождения видеоблога, а в пятницу 30 апреля. И помимо этого, каждый следующий эпизод Кидал подписчики уровня почетный кубист смогут видеть на неделю раньше, то есть не 10 апреля, а 3 и так далее. Ну и напоследок, у меня есть для вас еще один очень крутой подарок. Когда я разбирал свои коробки настолок, с большим удивлением и с большим удовольствием, я нашел там вот такую запечатанную, новенькую, в пленочке, коробку Спартака. Это уже настоящий раритет, игра, которая давным-давно снята с продажи, ее переиздание, скорее всего, не ожидается. Вот прям настоящая настольная ценность. И вот эту коробочку я с удовольствием разыграю в конкурсе по случаю нашего праздника. Все, что вам нужно сделать для участия, это выложить у себя в соцсетях совершенно любое видео с канала 2 в кубе и поставить хэштег 2 в кубе 9. Таким образом, о нашем с вами канале узнает еще больше классных людей. Может быть, кто-то подпишется, присоединится к нам. Это будет очень-очень ценно. А вы получите возможность поучаствовать в конкурсе и выиграть вот такой вот классный и очень действительно ценный настольный раритет. А недельки через 2-3 после запуска конкурса, после дня рождения, после концерта на Meeple Camp и всего-всего-всего, я проведу прямой эфир
в котором с огромным удовольствием пообщаюсь с вами, отвечу на все интересующие вас вопросы по видеоблогу, может быть, дам какие-то советы или просто поболтаем с вами, весело проведем время. Может быть, мне удастся пригласить на стрим кого-то из коллег-блогеров или даже ребят из Кидал. Я думаю, они могут с удовольствием к нам заглянуть. Так что такую прямую трансляцию проведем, с вами пообщаемся, отметим вместе день рождения видеоблога и вот эту вот красотищу разыграем. Жду с нетерпением возможности поскорее войти в 10-й год жизни видеоблог 2 в кубе, который будет очень классным, очень ярким. И все мои обещания по поводу активностей на 90 и 100 тысяч на канале 2 в кубе остаются активными, так что давайте поднажмем, наберем побольше подписчиков, ту самую долгожданную серебряную кнопку, и будет всем нам настольное счастье. Очень сильно люблю вас всех, спасибо большое за 9 лет, которые вы провели вместе с видеоблогом 2 в кубе. Дальше только круче. Увидимся! Не знаете, где купить настольные игры? В магазине «Игровед» сотни игр на любой вкус.